вымершая метасеквойя, флорибунда или гинка билоба. Эти сложные названия – уникальные растения. Есть в нашем дендрарии. Возможно, что-то скоро появится на улицах Тирасполя. Об этом сегодня говорили на семинаре в ботаническом саду. Метасеквойя – дерево из рода хвойных. Его относят к уникальным и даже называют живым ископаемым. Раньше метасеквою считали вымершей, но ее удалось спасти. Есть и у нас, в столичном дендрарии, 4 таких дерева. Уникальных растений в саду много. Есть у нас уникальное растение древесное – гинга билоба. Это доисторическое растение. И в закладке парка эти растения были привезены и высажены, и за ними был надлежащий уход. Но в лихие годы 90-х, так будем говорить, было не до дендрариев. Вот. И мы думали, что эти деревья погибли. Они стояли в безлиственном состоянии. Нам удалось их реанимировать. Агрономы, озеленители и студенты в ботаническом саду семинар. Говорят и об озеленении Тирасполя. Показали растения, которые скоро, возможно, украсят столичные улицы. На сегодняшний день у нас появилась возможность представить вот все эти растения воочию. Люди с удовольствием пришли, знакомятся, смотрят. Для себя будут принимать решения, будут что-то у нас заказывать. Например, розы самых разных сортов. И парковые, и флорибунда, и кустарниковые. На любой вкус и цвет. Честно сказать, я впервые в ботаническом саду, хотя живу в Тирасполе уже 25 лет. Но я увидела столько нового, столько разных растений, акклиматизированных. Что запомнилось больше всего? Я думаю, больше всего розы, конечно же. Столько видов, столько разных форм. Уличное озеленение – еще и отличные фотозоны. Тираспольчане уже оценили. Есть такие вертикальные клумбы и в бендерах. А скоро к столичным сурфиниям могут присоединиться и другие растения.